Снова здравствуйте, дорогие друзья. Хочу немножко еще рассказать о своих черенках. Извините за грязные руки. Пикирую сегодня разные сорта. Распикировала Cotton Cream, Little Spooky, Skyfall. И вот это у меня белый медведь, полярный медведь. В общем, посмотрите, видите, то, что я вам говорила. Черенок, когда побольше вверх, значит, надо дождаться побольше корешки. Видите, какие уже такие корешочки. Вот видно. Я разложила, везде такие паучки. Да, и что хочу еще сказать. Вот видите, полярный медведь, какие большие эти череночки. А вот это Little Spooky. Ну, такие литлы там были. Я вам говорила, после пикировки пикирую в грунт кислый с ней, ну, кислый с питательным, вместе смешиваю. Не очень такой он, не мокрый, но, в принципе, влажноватый. И снова их... Потому что резко, когда вот сухой воздух, они завядают. Снова их в такие условия. Вот смотрите, пакет, видите, как я завязываю? Не очень как бы крепко, да? Видите, не очень крепко. И я думаю, что я уже оставлю их в парнике, потому что такое количество в доме. Я же не питомник, а так же, как и вы, в домашних условиях все это делаю. Ну вот видите, распикировала в отдельные. Little Spooky очень малыши, но корешки были хорошие. И что хотела сказать, испробую и расскажу вам потом, что получилось. Ну, по видео я буду знать, когда. Я по листу, вот сейчас, прямо после пикировки, буду, ну, опрыскивала вот те, которые попикировала, плантофолом с большим содержанием фосфора. Посмотрю, как будет наращиваться корневая система. Плантофолом с формулой 105410. В общем, посмотрю, или пан, или пропал. Может быть, по листу, не под корень, потому что корешки пока тут еще, видите, они не готовы впитывать какие-то вещества, а вот именно по листу. Все равно же после пикировки я опрыскивала чистой водой. Но доза я уменьшила как по, вот на литр воды, буквально такую маленькую щепоточку, чуть-чуть. Все равно же нужно после пикировки опрыснуть водой. Но вот я решила испробовать сразу с удобрением. С удобрением по листу хелатным, плантофолом. В общем, буду рассказывать, как это будет. Лучше корешки будут сцепляться с грунтом или нет, если вот так использовать удобрение. Хотела, во-первых, и для себя буду хронологию событий видеть, ну и для вас. В общем, вот так вот пикирую, подготавливаю стаканчики. Долго не пикировала, не могла найти в городе прозрачные стаканчики. Только сегодня купила вот такие белые. В общем, конечно, лучше было бы в прозрачных, видно были корешки, но будем видеть по верхам. В общем, вот что хотела сказать. Значит, распикирую обратно. В эти же условия, в пакет, по листу опрыскала плантофолом 105410 и вот на такой вот узелок. Ну и будут стоять, надо им сейчас, конечно, влага. Надо влажные эти условия. Но, видите, узелок не сильно завязан, поэтому тут вентиляция будет. Видите, вот испарина есть, значит, там уже влага, которая будет достаточно для приживаемости. А вот еще у меня вот еще белые медведи, ой, полярные медведи. В общем, работа кипит, череночки некоторые подрастают, некоторые только распикировываю, а некоторые уже прям вот собираются зацветать. Видите, вот корешки какие нарастут, и скоро буду, конечно, прищипывать уже. Хочу еще, хочу распикировать, освободить место в доме под подсветкой для того, когда вот эти прищипну, буду их снова укоренять. Поэтому скорее все делать. В общем, спасибо, дорогие друзья, и до свидания.